У каждого из нас есть свой любимый член жюри. Мой любимый член жюри – это Дмитрий Хрусталёв. А мой любимый член жюри – Ягудин Алексей. Михаил Галустян и Владимир Сычёв, уважаем мы вас безмерно. В голове клинануло, блин. Привет, друзья! Привет! Да, на сцене сборная Забайкальского края. Парни, вы слышали? В Бурятии, ударившись об дом, разбился дрон Почты России, а? Ой, как ты грустно о Бурятии, а? Эту же новость можно по-другому сказать, смотри. В Бурятии после столкновения с дроном Почты России устоял дом. Да, вот, вот так вот можно. Это, Димка, ты спой что-нибудь. А, думал, не попросишь. Давай. Песня. Я сегодня встал с утра, дел до кучи у меня. Тещу надо мне забрать и отвезти жену. Но вдруг увидел я, осталась со вчера бутылочка пивка. Я свободен, мне не надо никуда. Браво! Браво! Да, да, парни, парни, ну нам-то нужно в полуфинал, так что что делаем? Курорт! Пожалуй, все вы встречали таких людей. Итак, на улице. Кто вы такие? Не, серьезно, кто вы такие? Чего вы тут постоянно стоите, а? Куда ты постоянно смотришь? Там ведь ничего не происходит. Что ты постоянно записываешь? Он ведь тебе ничего не говорит. Ребята, вы понимаете, что вы меня пугаете? Просто я ни разу не видел, как вы здесь появляетесь. Когда я иду, вы уже здесь всегда стоите. Может, вы масоны, может, у вас секта какая? Что за данные ты ему передал? Куда он это понес? Остановитесь, люди должны знать, чем вы занимаетесь. У вас что за секта? Где лыжи? Где лыжи? Друзья, представьте, обычный забайкальский мужичок пришел в платную московскую поликлинику. Извините. Здравствуйте. Я тут немного приболел. Мне бы к терапевту. Да, конечно, проходите. Стоимость консультации 5000 рублей. Не, не надо консультации. Пусть сначала так посмотрит. Я, может, что по его реакции сам пойму. Молодой человек, так нельзя. Все равно нужно будет заплатить за прием 5000 рублей. 5000 рублей? И что, вот соплей больше вообще никогда не будет? Ну, поймите, у нас высококвалифицированные специалисты. Ага. Отличный сервис и очень уютные палаты. Ну, так же и должно быть. А, ну... Будьте здоровы. Ну, это сейчас бесплатно было? Вы издеваетесь надо мной или что? Ладно, ладно, такой вопрос. А сколько стоит полный осмотр? 110 тысяч рублей. 110 тысяч рублей? Не, если вы принципиально меня не хотите смотреть, вы так и скажите. Мужчина, я сейчас к выходу провожу. Ладно, ладно, извините, последний вопрос. А сколько стоит сделать флюорографию? 7 тысяч. Хорошо, давайте. Что давайте? Провожайте меня к выходу. Все, это вообще просто... Друзья, у нас в Забайкалье очень много секретных военных частей. Итак, представьте, солдат пишет письмо домой из секретной военной части. Здравствуй, мама. Вот пишу тебе письмо, я служу в части номер... Нас в казарме ровно человек. А недавно краем глаза увидал, как нам в часть завезли. Крылатая не вмещается в ангар. Тут на днях были учения у нас, мы стреляли
из по мощность три Австралии наградили и вручили мне медаль все за то, что мам, гордись, теперь я. Друзья, ну чтобы вы до конца понимали, насколько интересный у нас регион, песня про Забайкальский край! Край Забайкальский, можем мало-мальски рассказать, что в крае нашем есть. Край Забайкальский, ради города Садальский, учат все китайские песни. Конечно, танцы! Давай, 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 давай! Оп! Давай, оп! Давай! Спасибо!